Норвегия – страна богатая рыбой, поэтому увидеть на полках магазина рыбные котлеты – это обычное дело. Их тут сравнительно большой выбор и в разной ценовой категории. Но мне магазинные котлеты как-то не очень, да и дорого, поэтому делаю рыбные котлеты сегодня сама. Беру два вида рыбы – 400 грамм трески и 200 грамм лосось, немного репчатого лука и морковь. Все чищу, в блендере перемалываю, потом добавляю яйцо, специи, муку и все хорошо перемешиваю. После леплю котлетки, обваливаю их в муке и выкладываю на сковороду. Жарю до золотистой корочки, а потом еще немного тушу под крышкой, чтобы пропеклись внутри и ничего не осталось сырым. Вот такая вкуснятина у меня в итоге получилась. И очень даже бюджетно. Все вместе мне обошлось в 90 крон.